Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzlov Play, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Я рядом со своим домом просто забрался в горы. Соответственно, я там видел у себя недалеко от дома гуляющего Дедекайруса, правда без седока. У меня внизу здесь, как видите, много довольно-таки пантер, волков. И беда, блин, я потерял волка. Я пока не буду больше нового притамливать, потому что я потерял уже где-то 4 часа на приручение волков. И последнего волка я потерял, у меня вылетел интернет. Когда я вошел, я был мертв, волк был мертв. Ну, как бы свои вещи-то я вернул, все в порядке, а вот волка кто мне вернет? Кто мне теперь вернет волка? Никто. Ладно, ничего, бывает. Ай, черт! Живой? Живой. Вылетел интернет, зараза, и все. А рядом как раз... Это позак... Во, вот это сейчас что такое было? Это что за заглюк такой был? Это то ли был лаг, то ли что, я даже не понимаю. Черт. Киса? Попал. Подлагивает, что ли, я не понимаю. Возможно, подлагивает. Не знаю, ребят, не знаю. Ага, не успел в инвентарь даже заглянуть к нему. Блин, ну да ладно, у меня была другая цель. Погревали по волку и будет. Нового притамлю потом, позднее, ничего страшного. Бывает, бывает в жизни огорчения. Так, я хотел сейчас дойти до красного обелиска. Там, помните, вода была. И меня это, ага, это просто мерлотопс. Это просто мерлотопс, причем очень хорошо зафиксированный мерлотопс. Интересно, слушай, а у тебя здесь компаньона нету? Тихо, тихо. А, черт, не могу запрыгнуть. Не могу запрыгнуть, давай с камня попробуем. Самочки здесь нигде нет, или самца, или... И ты вообще кто? Ты вообще кто? Ты самец. Без сердечка вроде, да? Значит, самочки нету. Не должен быть агрессивным, не должен быть. Все должно быть хорошо. Есть. Прикольно полетел. Вода в тебе есть? Воды в тебе нету, блин. Фигово. Ну, хотя бы много кожи, и то, слава богу. Так, что там у нас есть поесть? Так, давай это. Межаберри. Черт, черт, черт. Давай межаберри, не жалко. Фуф, поели. Хорошо, нужно лечиться. И пойдем к красному обелиску сейчас. Там вода была. И у меня появилась такая мысль. Там, где вода, там, по идее, должны быть эти самые, как их... Там жемчуг должен быть. Там должен быть жемчуг. Только сейчас нужно быть очень аккуратным. Слушайте, ну здесь вообще так тихо, спокойно. Вообще тихо, спокойно все. Слушай, давай прямо из тебя воды попьем. Блин, и очень жарко. Мне бы сейчас... Черт, ты что творишь, дура? Уйди нафиг. Вот из этих растений... Вот которые именно цветы, из цветов, так скажем, да. Очень много всегда добываешь ягод. Замечательно. Ягод добыли. Сейчас мы с вами сделаем одну хитрость. Давай ягоды поедим. Ух ты, блин, вода. Прикольно, можно искупаться. Все, и здесь будем лечиться. Это камень? О, есть, жемчуг! Отлично, это ракушки, это жемчуг. Ребятушки, все, нашли жемчуг, шикарно. Его вроде не так много нужно было на эту шапку. Но давайте соберем сразу про запас. Так, тихо, только тонуть-то не надо. Давай, вздохнем воздуха. Фуф, я надеюсь, хозяева вот этих домов сейчас здесь не появится и меня не убьет. Ну так вот, увидел я рядом с домом, относительно недалеко от дома Дедекайруса. И здесь вроде какие-то, ну, я по разговорам на сервере, я понял, что на сервере присутствуют агрессивные китайцы, и имя клана на Дедекайрусе было Джин Ян. И теперь я очень-очень опасаюсь, что на меня могут напасть. Это было бы очень неприятно. Это будет очень неприятно, если это произойдет. Честно говоря, блин, я надеюсь, что никто на меня не нападет. Ну, кому я нужен, блин, один-единственный игрок соло. Зачем на меня нападать, тем более каменный дом? Надо, конечно, дом будет укрепить еще как-нибудь. Еще как-нибудь укрепить, чтобы им было, ну, не знаю. Не так все это легко ломать. Desolation какой-то. Desolation.
Вообще никого не вижу из игроков, да? Минут через 20 будет перезагрузка сервера, но я все равно решил немножко записать и посмотреть, что здесь есть. Я вот там в небе двух рапторов вижу зависших. Прямо в небе. Это как так? Обалдеть. Вообще, хотел полазить здесь и посмотреть, что здесь может быть интересного. Что здесь может быть интересного? Кстати, хищников на этом берегу было не так много. Странно, почему я горю? Почему я горю? Хорошо, жемчуг мы с вами нашли. Осталось найти кристаллы. Кристаллы в горах. Горы там. О-о-о! Привет! А вас чего так много здесь, эй? А вы что здесь все забыли? И разбежались сразу. А там Карна ходит, да? Такое ощущение, как будто они здесь все от Карна прятались с какашками со своими. Кошмар. Куда разбежались-то, эу? Ну вот. Все убежали. Ну что, как думаете, стоит рискнуть здоровьем и сходить в горы? Здоровья мало-то, кстати. Было в чем рисковать, здоровья очень мало. Есть чего еще поесть? Давай вот это поедим. Нужно сбросить лишний вес, потому что если сейчас резко придется бежать... если сейчас резко придется бежать, лишний вес абсолютно ни к чему. Так, выбросить. Выбросить, это я нарублю всегда. Там у меня дерева хватает. Вроде теперь полегче. Вроде я никого агрессивного... О, скорпиохи, класс, ну наконец-то, привет. Черт, только меня не жалим, собака, он меня ужалил. Я сейчас отрублюсь, тихо-тихо. Надо следить за шкалой. Тихо, ладно, подожди, мужики. Тихо. Сюда, есть, успел. Да, поедим, только не отрубайся. Иди сюда. Черт. Зачем ты за Мерлотопсом-то идешь? Да отстань ты от него. Оставь ты его болезного, а? Что ты хочешь от него? А, Мерлотопс, беги. Беги, я тебя спасу. Есть. Есть, скорпёшку одну убили. Где-то вторая. Что-нибудь есть тебе? Нет, ну главное хитин. Хитин, мне очень нужен хитин. Есть, 13 штучек. Где второй скорпион? Иди нафиг. Аргентавис, свали нафиг. Где второй скорпион? Их же два было. А, вот он. Ты застрял, что ли? Эй. Тихо. Тихо ты, блин, зараза. Я как знал, что тут что-то тут неладное. Что что-то тут готовится против меня. Что-то против меня задумали. Тихо. Да ты ну нафиг, ну. Я же по стандартной схеме иду за тобой. Что ты, как ты на меня умудряешься атаковать, зараза? Господи, порой бывает, что что-то глючит в моей этой стандартной схеме, и она все равно умудряется меня ударить. Вот сейчас может ударить. Нет, не ударит. Все, сейчас умрет. Давай. Давай, Черт! Сам под нее залез, зараза, не то жму. Есть, все, убил. Кто там? Мерлотопс. Что в инвентаре? Фу, взять все, и птица летит, еще одна... Кож чуть-чуть добыл. Да пускай. Да ну нафиг, ну отстань, а. Вон Мерлотопсов жри, отстань от меня. Чё-то вы ко мне пристали сегодня все, а? Чё вы мне не даете спокойно погулять здесь? Гады, уйди нафиг. Она отстала? Ну, почти. Мне хватит сил добежать до воды. Блин, жескач какой. Тихо. Я травмирован. Я знаю, сейчас водички попью. Я попью водички, все будет хорошо. Все будет офигенно. Непременно. Все зашибись. Больше не умираю, надеюсь. Что-нибудь есть поесть? Вот, ягодки есть. Замечательно. Сюда. Все, нафиг. Вот ведь гады, а? Это обычная? Да, это обычная буря. Фу, ладно, посижу немножко на одном месте, полечу, повосстанавливаю жизни. Ну, потому что, ну это вообще кошмар какой-то. Посмотрите, что творят. Вздохнуть не дают, со всех сторон нападают, сволочи. Итак, я решил сунуться здесь в горы, посмотреть, что здесь есть. Но вот, во всяком случае, я уже вижу скорпиона, а сзади у меня Карна. А здесь скорпион и Карна. Черт.
Черт, скорпион и Карна. Но я смотрю, там Карна развлекается. У этого Карна все в порядке. У него есть компания, да? Сейчас на него еще скорпион сагрится, нет? Не, не сагрится. Зараза. Где-то в горах, должны быть долбанные кристаллы. Ни одного найти не могу пока. Вон, вижу, светится. Но, блин, там Карна охраняет. Зараза. Все, я кристаллы нашел. Но как обойти Карна, я просто не представляю. Тихо, 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 тихо. Здесь еще один, давай сторонкой. Бочком, бочком, бочком обойдем. Тихо, тихо. Сейчас главное не зацепить, не привлечь его внимание. Иначе это будет вообще трындец. Я очень далеко от дома. И сейчас умирать здесь нельзя. Все, хорошо, он там. Я могу как-нибудь через горы обойти, интересно. Честно, нужно быть аккуратным, потому что они в горах тоже водятся. Так, кисы мне тут не хватало только. Тихо. Ну, с ней-то я справлюсь. Куда? Дрянь. Тихо. Попал. Шикарно. Можно было бы, конечно, и просто подойти, наверное, убить. Ну да ладно. Тихо. Все хорошо. Еще пару болосов. Сейчас мы с кисы добудем кожу. Отлично. Кожа есть. Так, вижу скорпиона. Угу. Буря закончилась, хорошо. Вижу скорпиона. Ага, и вижу голема. Голем — это совсем плохо. На голема я нападать не собираюсь. Пошли обратно в горы. Господи, а, прям... Жесть! Здесь прям по горам можно лазить, это так круто! Это реально так круто. А вот там что? Господи, там так ярко. Синий луч. И вот там кристаллы. Вон они. Ну, я думаю, сейчас там где-то еще могут быть кристаллы. Блин, как я отсюда выбираться буду? Я просто не представляю, ребятушки. Ой, ой, я сейчас рискую. Ой, дико. Ну, вообще, я вот люблю такие приключения, потому что... Опа. Опа. Чё там? Там сразу и Карна. И дракон этот шипастый. Или рогатый. Рогатый он дракон. Рогатый, да. Ой, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я попал. Тихо. Тихо. Все хорошо. Я надеюсь, что сюда он подняться не сможет. Нет, не сможет. Все, он там стоит. Фух. Блин. Жесткое место. Очень жесткое место. Но знаете, вот те травоядные, они молодцы, они все держатся вместе. И, соответственно, поэтому они и выживают. Именно поэтому они и выживают. И только я, как придурок, один тут шастаю. Но вот этот Карна, он на самом деле мне, вот который прямо передо мной, он мне все карты. Он мне все карты спутал. Я бы добрался, если бы не он. А, блин, как его убить? А я могу как-нибудь его убить? Тихо. Давай, yes! Фу, паркур! В принципе, если бы убить вот этого, у меня было бы пространство для маневра. Давайте попробуем пройти немножко вдоль горы. Может быть, здесь где-то еще будет место, где можно будет добыть кристаллы. Я прям даже не знаю, честно говоря. Может ли быть здесь еще такое место? Пожалуйста, дай хитин. Всего одна штучка. Зараза. Скоро уже... Сейчас 18:56. Здесь долго оставаться нельзя, потому что скоро будет темнеть. Нужно попытаться найти тогда еще какое-нибудь место, где можно найти кристаллы. Так, есть еще где-нибудь ягоды какие-нибудь у меня? Ну, вот эти. Отлично, поели. 44 жемчуга, главное со Стимберри не перепутать. Так, там Аргентавис летает, бог с ним. Ого. Это уже чья-то там база такая стоит?
Аргент, я знаю, что ты меня засек. Дисраптор. Фуф. Слава богу, что вот это вот не големы, да? Вот бы мне сейчас нехорошо было бы, если бы это големы были. Летишь? Ну лети, лети, лети. Сейчас мы с тобой разберемся. Давай, давай, давай. Да ладно тебе, эу. Давай подеремся, давай уж подеремся. Чё ты? Чё ты? Чё ты? Чё ты? Еще титан-муравей. Одного забили. Сейчас мы и тебя забьем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, все будет хорошо. Все хорошо? Процер, ну что ты тут забыл, процер, эй. Вот, блин, процеров мне тут только не хватало, да? Типа, позырить пришел, а? Процеры вообще, зараза, любопытные твари такие. Постоянно приходят позырить и постоянно мешаются под ногами. Тихо-тихо, 44 уровня он. Нормально, нормально, все, все хорошо. Все хорошо. Давай-давай, есть, отлично, забили. И по-быстренькому все взять, все. От кого ты побежал? Траптора, я понял. Тихо. Попал. Попал. Отлично. Тут знаете, в чем проблема? Сейчас могут прибежать на тело, сбежаться всякая нечисть. Поэтому тела нужно быстро-быстро убирать. 18 кожи, замечательно. В тебе чем было, да? Мне плевать, что в тебе есть, нету. Главное тебе убрать отсюда, потому что... тела привлекают других аргентависов, стервятников. Мне вот только этого сейчас здесь не хватало. Так. Так. Это Галимус. Там раптор. Я так смотрю просто внимательно, чтобы здесь не было нигде... Чтобы здесь нигде не было големов еще. С раптором-то я справлюсь. Фига, кто-то уже базу построил здесь. Обалдеть, я в шоке. А! Это пещера? Чье это? Юг-Драсил. Слушайте, это реально пещера. Кристаллы, надеюсь, и обсидиан. Класс. Но обсидиан мне сейчас не нужен, мне нужны кристаллы. Сейчас мы отсюда кристаллов вытащим и побежим домой, потому что уже скоро будет перезагрузка. Давай прям про запас сейчас штук, не знаю, 30. Про запас штук 30 вытащим отсюда кристаллов. Камни мне не нужны, я камни сейчас заброшу, потому что это лишний вес. Фух, классно, ребят, повезло. Реально повезло. Сюда можно будет ходить за кристаллами, но нужно быть очень аккуратным, потому что меня могут запалить и нахрен убить. 30 штук, да? 30 штук, 30 штук. Давай выкинем кристаллы, давай побольше возьмем. Ой, кристаллы камня, хотел сказать. Так, давай побольше возьмем, пригодятся. Интересно, что за пещера? Ну ладно, сейчас мне рано обследовать. Прикольно, Юг-Драсил, да? Вот это, видимо, это именно этот альянс, которого здесь база стоит. Наверное, его постройки. Как-нибудь сюда сходим, исследуем эту пещеру чуть позднее. А теперь у меня очень-очень сложная задача. Мне нужно вернуться домой. Почему сложная? Потому что я слабо представляю... куда точно нужно идти? И как не нарваться на големов? Потому что там голем был, блин. Ладно, постараюсь, постараюсь дойти. Тихо, 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 тихо. Да что, нужно... Раптор... Ой, раптор, карна, еще карна. Давай через воду попытаемся пройти, давай через воду. Окей, все, отлично, добрались до воды, шикарно. Шикарно, добрались до воды. Очень много всего здесь сегодня получили. Слушайте, очень неплохо сходили. И жемчуг, и кристаллы получили. Ну, кожи немножко набрали здесь. Ну, кожу-то ладно, кожу я... Тихо. Кожу-то я себе еще найду. Фуф, а вот кристаллы с жемчугом сейчас нужно вот отсюда выносить. Выносить аккуратно. Блин, классно. Процер, слушай, я там пройду или нет? Скажи мне. Я вижу, что ты пройти не можешь. Интересно, у меня получится или нет? Пошли смотреть. Слушай, а у меня получилось. Фуф. Классная такая долина. Обалдеть. Тихо.
Мне туда. Но сейчас очень внимательно, потому что здесь кисы. Как помните, мы когда сюда шли через гору, вот через тот хребет, да, через тот именно хребет, там было очень много кис. Кто? Что? Я не понял. Кто там свою голову высунул? Это был Карна, да? А, не, Раптор. Раптор, это не так страшно. Так, а хитина мы сколько с вами получили? 14 штучек всего. Но, в принципе, сюда можно еще и за хитином ходить. Правда, что с Карна делать, я просто пока не представляю. Ну, опа! Отлично. Сейчас водички попьем заодно. Давай-давай, выбирайся отсюда. Ничего, если мы с вами приоденемся или, не знаю, там, кого-нибудь нормального притамим, то я думаю, мы и с Карна будем разбираться на раз. Так, я вижу волка. Он меня не видит. Главное, чтобы так и оставалось. Но если что, я... Твою мать! Твою мать! Тихо! Тихо! Спокуха! Вот об этом я и говорил. Самое страшное — это элементали. Потому что вот так вот нарваться можно очень нехорошо, как-то отвлечься, смотреть в другую немножко сторону, отвлечься. И он тебе так всечет. Камень что-то типа 240 урона наносит, а у меня столько жизни даже нету, чтобы пережить этот бросок. Ты что такое здесь торчит? Черт его знает. Волк. Собака. Ну, не собака, конечно, волк. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Волчонок, давай сюда. Что ты такой агрессивный? Что случилось, а? 64 уровня, да ты обалдел, а? Красноносый. Рудольф, или как там его, я уже забыл. Оленя этого звали, Рудольф, кажется. У американцев. Давай, 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 давай. Молодца. В нем ничего нету. Все, теперь мы сможем пройти. Теперь мы сможем пройти. Мне есть что поесть вообще? Редкий гриб. Ах ты черт! Вот только этого не хватало. Вот это жесть, ребятки. Вот это жесть. Вот это, блин, неожиданно. Гребаные. Эх, ненавижу. Я их просто ненавижу. Главное сейчас не нарваться ни на кого. Все, погнали, погнали, быстро. И у меня рядом с домом носится шипастый дракон 116 уровня. Это тоже, как понимаете, не очень весело. Блин. Все, добрались. Шипастого дракона вроде нету. Все, давай в дом. Фуф. Есть, есть. Я прорвался. Обалдеть. Фу, и принесли домой жемчуг. Кристаллы, еще кожа, еще волокно. И теперь можем сделать шлем. Изготовить аж 5 штук можем сделать. Шикарно, ребят. Просто супер. Давай это тоже сюда положим. Шкура мне тоже не нужна. И теперь у меня есть вот этот шлем. Интересно, как это выглядит. Ну, блин, слушайте, а прикольно выглядит, честно говоря. Можно даже никакого скина не использовать, потому что вообще бронька вот эта, она выглядит просто суперски. И так... Мышца такая зверская. Вау. Мужичина прям. Там хоть один кусочек мяса есть уже? Мужичина есть хочет. Есть, все, отлично. Поели. Давай еще быстренько так. Раз, раз, раз. Здесь все время будет жарко, даже в хорошем костюме. Это гадалки не ходи. 39 слитков металла, 4... Ну, даже не буду там переплавлять, ничего страшного. Все отлично, и того у меня сейчас 47. Фуф, ладно, все, началась ночь. Ночью я записывать абсолютно точно не буду. Фуф, сейчас пожарю себе мяска, поем спокойно. Слушайте, так прикольно исследовали эту еще раз долину. Это кто ко мне пришел? Это кто ко мне пришел? Карна пришел, прикинь. 32-го. Прикинь. В гости Карна пришел, а? Ну ты смотри на него, а? Ты что здесь забыл, Карна? Эй. Эу. Ты озверел? Ты осатанил? Обалдеть, ты что здесь забыл?
Отлично, 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 ничего страшного. Сейчас забьем. Сейчас забьем. Вот так вот. Вот так вот. Как всегда, ни черта в инвентаре у него нету. Ну понятно, но зато хотя бы кож кератин, и то слава богу. Все, нафиг, закрылись. Кто там носится? Ой, киса. Кис, привет. Ну, посмотри, то Карна, то киса. Киса, ты что, озверела? Эу. Я, кажется, Карна то же самое говорил, да? Стандартный набор фраз. Ну, просто не знаю, они у меня в... Пика сломана, блин. Пойдем пику починим. Ну, просто они меня действительно вызывают такие эмоции. Это, блин, совсем озверили, а? Лезут ко мне, и лезут, лезут, и лезут. Кстати, здесь почему-то сейчас холодно, странно. Мне абсолютно не жарко. Пика, отлично, все отлично. Сейчас мы еще и кису забьем. Кстати, до уровня совсем немножко осталось. До уровня осталось всего 500 очков опыта. Кис, ты где? Ты что там злобствуешь? Эй, иди сюда. Да я тут, что ты стену крушишь? Что ты стену крушишь? Кстати, она вообще подойти не может, прикольно. Кто? Что? Дрень, а? Ты посмотри на него, а? Вы откуда все здесь? Эй, вы откуда все здесь, блин? Обалдеть. Откуда вы все здесь взялись-то, а? Жрут друг друга, обалдеть. Фух, классно. Все, вроде всех здесь убил, всех зачистил, теперь здесь тихо, спокойно, никого нету, кроме меня. Фу, отлично. А на этом давайте, наверное, завершать этот выпуск. Огромное спасибо за внимание. Слушайте, ну выглядит он просто обалденно. Реально никакого другого скина даже не нужно надевать, потому что выглядит просто суперски. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Вон там сзади киса ползет. Ну ее нафиг. Удачи, друзья. Пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.